на связи Шамшурин. Сегодня такой прохладный апрельский московский вечер. Погода, конечно, теплая задержалась. Я сейчас только что закончил заниматься с двумя своими клиентами по индивидуалкам. И как бы сегодня такое интересное событие. Некоторое время назад я понял, что вот хочу себе купить дорогие часы. Вот. И мне нравится марка Panerai. И сейчас мы с моим другом Александром вот, идем в... Здорово. Идем в бутик. Вон люди узнают, приятно. Идем в бутик Panerai для того, чтобы купить мне эти часы. Пойдем. Вот, смотри. Для чего вообще сейчас делюсь с тобой вот этим всем? Потому что хочу напомнить, я об этом уже много раз говорил, что буквально 4-5 лет назад я был очень беден. Я жил в Самаре, я работал, хрен знает, в разных местах, где только не работал. И на самом деле, ну, жизнь, мягко говоря, не радовала. Вот. Я всегда говорил, ребята, что ставьте себе самые амбициозные цели, в том числе и в плане женщин. То есть, если уж соблазнить, то самых красивых. И говорил о том, что мечты сбываются. Вот. Соответственно, если ты во что-то веришь, да, то обязательно произойдет. Если ты будешь, конечно, прикладывать какие-то усилия, что-то делать. Да. Сейчас мы, Сань, будем продолжать или прерываться? Да, пойдем. Вот, сейчас мы уже подходим к Петровке, к бутику Panerai. В общем, ребят, то есть, позволяйте себе что-то хорошее в жизни, позволяйте что-то дорогое, не жалейте денег. То есть пусть это будет неким якорем. То есть вот я для себя решил, что эти часы для меня будут таким неким якорем того, что вот как бы все хорошо сейчас и в ту свою прошлую жизнь, которая мне иногда снится ночами. Вот, я уже не вернусь никогда. Благодаря своим стараниям, благодаря тому, что когда-то я очень сильно захотел все изменить в своей жизни. Когда-то я также жил в маленьком городе, вообще родом из деревни. И сейчас мы идем с моим другом по самому центру Москвы. Вот. Во многом благодаря также моим друзьям и моему другу Александру, который сейчас это снимает. Спасибо, Саша, потому что этот человек еще более успешен, чем я, и он меня действительно мотивирует, тащит куда-то, Саня, аккуратнее, тащит куда-то наверх, тянет за собой. Сейчас зайдем в бутик. Мы звонили, к сожалению, в бутике, сказали, что съемка там будет не разрешена. Но ничего страшного. То есть мы сейчас зайдем, какое-то время я там померяю то, что я хочу, куплю, и выйдем, и, соответственно, я тебе покажу эти часы. Где у нас сам по себе Panerai? Вот. Сними, Саня, бутик. Пойдем поближе. Афишин Panerai. Какой из них? Вот, Афишин Panerai. По большому счету, это видео для моего какого-то личного семейного архива. Подожди, тёлка прикольная идет. Посмотрим. Да, хорошо. Это видео для моего какого-то личного архива для себя. Ну, возможно, так получится, что я его выложу у себя на канале, чтобы показать тебе. Опять же, только для того, чтобы ты понимал, что мечты сбываются, и просто нужно бежать к своим целям. Ну все, Саня, пойдем, заходим. Сходи. Сейчас я стал счастливым обладателем этих часов. Вот смотрите, как бы хочу поделиться радостью. Как бы, что за часы? Дай поближе, конечно. Как бы для тех, кто понимает, стоимость часов $7000. Ну, данной модели. Ребят, для чего еще раз вам говорю? Для того, чтобы на своем примере напомнить, что мечты сбываются. И даже самый обычный парень, живущий в колхозе, в какой-то деревне, может за 4-5 лет стать успешным человеком, который может позволить себе такие часы. Удачи, увидимся.